следоваться будет по процессуальному кодексу ОПК не только оскорбление личности, но и группа лиц. Это очень интересно новелла. Ну а самое главное, усиливается ответственность со стороны чиновников любого уровня, которые иногда мелят языком, что ни попадя, не считая возможно нести за это ответственность. Я не могу не привести пример. Может быть, вы слышали, у меня на прошлой неделе по скайпу было общение с медиками из разных регионов России, которые работают героически в красной зоне, рискуя своей жизнью. И вот фельдшер скорой помощи из Орла Дмитрий Серегин рассказал мне о тех безобразиях, которые в Орле творятся с точки зрения и заболеваемости. Более 615 медиков переболели. Но вопиющий случай, о котором он рассказал, когда работников скорой помощи, зараженных коронавирусом, заставляли местное начальство выезжать по вызовам скорой помощи. Вместо того, чтобы лечиться и находиться в карантине, их сознательно посылали, уж непонятно с какой целью, на такие выезды. И вдруг, неожиданно, после того, как об этом некоторые средства массовой информации написали, о моем общении, советник губернатора, некто Сергей Лежнев, вдруг ополчился на фельдшера, начал обзывать его всякими нехорошими словами, только что не матерными, и явно очень был недоволен, что, как в таких случаях говорят, сор был из избы вынесен. Вот я думаю, что таких господ нужно как раз наказывать.